Девятый год творческий фестиваль «Хрустальный петушок» собирает на сцене Зимнего театра самых активных и талантливых детей, которые были отобраны жюри во время районных этапов. В этом году из 400 участников в финал вышли 60, в их числе и 10-летняя Юлиана Чернявская. Она решила показать театр «Розового слона» и сама сшила персонажей для мини-спектакля. Я сделала выкройки, сделала поролоновую основу, обшила всю тканью. Ну, поролон я склеивала пистолетом клеевым и сшила одежду. И вот есть две марионетки, вот эти два маппета для театра, еще два маппета, еще одна собака с другой одеждой и мышка тоже. Юлиана – поклонница сочинского театра «Кукол Саквояж» и его руководителя Романа Соколовского, который теперь уже сам оценил творчество своей постоянной зрительницы и сделал ей приятный подарок. Подарим, во-первых, сертификат на бесплатное постоянное посещение любых наших спектаклей театра «Кукол Саквояж», а во-вторых, пригласим ее на мастер-класс. И мы с ней вместе, я и Юлиана, сделаем какие-то куклы, которые ей, я думаю, понравятся. В общем, я думаю, для нее это будет замечательный подарок. Необычные сюрпризы ежегодно участникам вручают меценаты и организаторы фестиваля «Хрустальный петушок». На этот раз городская общественная организация «Лига женщин Мост Добра» предоставила ценные подарки коллективам школы-интерната и детского садика в Хосте, а также айпады для всех ребят. Мне нравится активность этих детей. Раньше мы их не могли вытащить, а сейчас мы ими гордимся. Они более уже самостоятельные, они уверенные в себе. Это как раз то, к чему мы и стремились, чтобы добиться их хорошего социума, чтобы они понимали, что они такие же, как все, и могут находиться в общем коллективе. Конкурс призван привлечь внимание общества к детям с ограниченными возможностями здоровья и показать их таланты, а их много. Дети, несмотря на свои недуги, поют, танцуют, рассказывают стихи, рисуют и изготавливают своими руками разные поделки. Вы для нас тоже пример. Пример мужества, стойкости. И, конечно же, нам всегда следует поучиться каждому жизнелюбию и умению совершенствоваться и достигать поставленных целей, несмотря ни на что. Вы всегда можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку. Желаю всем достижения намеченных целей, неиссякаемой веры в свои возможности и оптимизм. С праздником вас! Фестиваль «Хрустальный петушок» ежегодно проходит в рамках празднования Дня города, и много номеров было посвящено Сочи. Кстати, гала-концерт могли увидеть жители и других городов. В этом году впервые была организована прямая трансляция в интернете. Татьяна Говоркова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.